Всем привет! Меня давно не было на канале, уж извиняйте. Сегодня я, точнее Вика, подготовила для вас очень интересный, мне кажется, видос. Мы с Максом будем угадывать в ящике, где не знаем, что лежит. Там что-то может быть дикое, опасное, да и в целом неизвестное для нас. А вы сами знаете, сувать руку, куда вы, ну, не зная, что там находится, это немножко, ну, страшновато. Поэтому я надеюсь, Вика приготовила прикольные какие-то штуки, и мы сейчас с Максом это все проверим. А перед началом видоса подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий, пожалуйста, досмотрите до конца, потому что я постарался. Все, наверное. Чтобы поближе показать, это, короче, морские ежи. Я их сама никогда не видела, короче, они выглядят как только они какие-то бритые. Ну, неважно. Должен быть угадать. Вдвоем засовываем, да? Да, давайте вдвоем. Я люблю вдвоем засовывать. Бойтесь меня, динозавры внутри. Тихо. Ты меня напугал. Куда? Ну, вот этот ящик. Ой, блядь, холодно. Лед. Так, да. Ты меня трогаешь? Я тебя не трогаю. А там кто-то есть во льду? Да. Кусает? Да, конечно. Я не да, знаю, что это, что оно делает. Ну. Но ты шуршишь, да, или да, что? Да, я взял. Я взял. Кого? А не понял. Вот, смотри. Вот. Я тебе даю. Я тебе даю, на, определи. Ну это ракушка? Нет, это не ракушка. Морепродукт? Только мне не говори, да, это до последнего. Я то взял, скажи мне, пожалуйста. Да, ты то взял. Там еще вторая тоже штука иди есть. И вторую иди. Вдруг такая же? Да. А что это во льду такое? Кусок и так. Это гриб замороженный? Нет. Ну, блин, ну по форме как будто бы да, но нет. Я не разбираюсь в овощах, вы что, прикалываетесь? Это не овощ. Ну, спойлер могу сказать? Фу. Это живое. Это живое? Да. Ну, сейчас мертвое? Нет, сейчас живое. Чего? А что за... А, блядь! Это ты трогал? Я тебя вообще не трогал. А в смысле живое? Не, оно реально живое. А где глаза у него? Слушай, погоди, а я жопу, я склизкую жопу трогаю как будто. Ну, это не улитка, она сказала, не моллюск. Нет, это не моллюск. Ёжа морской. Она сказала, это не морепродукт. Ёжа морской, мне кажется. Это ты меня трогаешь, да? Ну там, да, это. Я думал, там... Погоди, а... Что-то я не пойму ни хера. Ай, ты что ли? Погоди, давай сейчас рассуждать. Алло. Он сейчас растает у меня в руке? Нет. Нет? А я сдержу, жду, пока растает. Погоди, вот смотри, если ты вот такое, аккуратно гладь в другую сторону, там как будто усики такие, как бы очень похожи на морского ежа. Ты сейчас положу сюда, он сдохнет? Нет, пока что. А свалит куда-нибудь? Я не знаю, но, наверное, да. Кто любит? То есть он любит, получается, лед, то есть холодные условия. Но это не пингвин. Морской котик. Морские котики, они как собаки выглядят, если что. Так. Давай сейчас рассудим, реально, кто лед любит. Это не черепаха, фу, он какой-то. Ну это же реально. Но он не двигается, да? Нет. Нет, ну. Но оно умеет, короче, плавать. Но это не черепаха, сказала. Нет, это не черепаха. Не медуза, да. Точно это. Ну это не мороженое же. Нет. Не, ну какое мороженое? Не, живое мороженое. Не, ну смотри, там получается, вот ты понял, да, вот к жопе вот так вот подтягивай. А где-то, а как это называется? Ну, там что-то склизкое по центру. Я получаю... Блин, мне интересно, что это за хрень. Я вообще не... Мне, типа, не страшно, я не могу понять, что это такое. Это жопка. Да она моего трогала. Не, слушай, оттуда. Меня больше пугает ее выражение лиса. Ну, то, что ты там трогал, это... Да. Я аж в руке покрутил, повертел. Это был рот. Бля, ну рот, ну это вообще жопа, да. Это херово. Ну, а где там рот? Ну, это что за... Это какой-то вообще камень как будто. Ну, да. Ну, наверное, рот, я не знаю, что. На руках. Ой, блин. А ты ешь или меня тыкаешь? Да. Проверить, типа, укусит рот или нет. Фу, у меня тебе рука липкая как будто. Фу, липкая. Я не знаю, что это такое. Ну ты уже это говорил. И ты отгадал. Ну морской ешь. Да. А. У него рот-то есть? А как он вообще выглядит? Я даже не знаю, что это такое. Он бритый какой-то еж. Слушай, я бы никогда бы не отгадал. А где второй? Он выполз? Так я его сейчас скинул. Я бы никогда бы не отгадал, никогда эту штуку. А можно руки где-нибудь помыть? Он прям это мерзкий. Я никогда бы не отгадал бы эту штуку. Краситель какой-то как будто. Угу.
А, вон, да, зубы или что это? Да, зубы. Да? Офигеть. Она двигается? А что с ними делают? Сказал, что кусачие животные ты будешь трогать. Но оно не опасно. И не болючее. Ну, вдвоем? Ящерка, скорее всего, они так гукнут. Ну, нам вдвоем как? Или по очереди? Ну, ты, если что, давайте вдвоем. Какие летучие мыши? Бля, погоди. Че? Тоже нашел? Мне кажется, шипело что-то. Нет, это вот эта хуйня, вот. О. Оно одно там? Да. Ну, а его убить можно? Нет. Не, имею в виду, если неаккуратно дотронуться. Я не знаю. Ты видишь что-нибудь? Я нихуя не вижу, тут же коробка. Наверное, там что-то мокрое, он нассал или от тазика. От ежа. Да это мне. Ты что мне? Слушай, а. Все укусил? Да, че ты. Блин, мы. А ты еще ко мне лезешь-то? А тут нигде нету, ну что? Да, свой двор. Она смотрит в эту часть еще. С твоей стороны, походу. Да меняемся-то. Ой! Че? Меня! Укусила? Нет! Там змея, походу. Да? Там змея, походу, я тебе серьезно говорю. Не закрывай. Вот здесь вот прям в углу, вот в этот. Че, он гребет и гребет в воздух. Я? Это моя там рука. Змея. Ты сейчас мою руку дотронулся. Да, там змея, я тебе отвечаю. Где я не могу найти? А? Блять, ну осторожно. А вдалеке? Пожалуйста. Далеко или нет? Вот прям в углу, вот здесь это у меня. Давай поменяемся. Блин. Не хочу. Нет, да нет, давай. Нет, стой, давай, все, ищем. Там или ящерица, или какой-то. Давай, все, ищем. Это опоссум. Ты сразу сказал, что ящерица. Это опоссум. У них такой хвост. Блядь. Да где, блядь? Это моя рука. Блядь. Это моя рука. Да прям в углу, вот здесь, он уполз. Уполз? А он лапу нашел? А он не кусает тебя? Моя рука. Блин, не наеду. А, да, вот хвост. Это ящерица, бать. Слушай, не шевели. Нет, это не ящерица. Стой, дай-ка я аккуратно передвину, попробую. Давай, в центр его. Двигай его на. Сейчас раздербаним. Че? Змея. Змея? Плохо, она свернутая. Да. Где у нас пенис? Змея? Угу. Ну все, значит. Она кусается, нет? Пошли посмотрим. Да уж, скорее всего, какой-нибудь. Откуда уж-то у нас? А ты что дрочишь там дальше? Ты уже все отгадал. Ты отгадал же уже. Погоди. А, она не живая, что ли? А я думаю, она, короче, понял, да? Я уже трогаю. Она вообще не шевелится. У меня же отлетела эта хуя. Ну, может, она сдохла к тому моменту. Ну, да. Какой? Она же как живая. А чем же там наврала тогда? Ну, чтобы интереснее было. Не, ну это реально стрёмно же. Так, ну я тоже сделаю поближе, чтобы было понятно. Это, короче, маска. Это я однажды в 13 лет сама делала. И лицо Владимира Владимировича Путина. Вот так. Посмотрим, угадают ребята или нет. Готовы? Просьба, осторожно. Правда, осторожно. Осторожно из-за чего? А у нас две штуки или одна? У вас две штуки. Ну слушай, ну это не кусачая явно. Это ёбыч. Это ёбыч. Это статуя. Статуэтка. Так. Из гипса. А у тебя ты же не будешь говорить, определить, чье это лицо? Я скажу, определите, чье это лицо, да. Нет, это нереально. Слушай, а у меня это маска получается. Попробуй, это маска же, да? Да. Это она очень маленькая. Ну-ка, где твоя? Я статуэтка. Да, вдвоем угадайте, кто это. Как мы угадаем, кто это, блин? Вы оба знаете. Путин. Погоди. Сейчас. Ты угораешь? Нет. А почему нет? Может быть, Путин вполне. Самый распространенный. Че? Он угадал? Ебать, он угадал. А как ты так угадал? Нихера себе. По носу. По носу? Да я вот угораю, что нет, конечно. У тебя тоже по носу? Просто со мной сказали. Так, ну это маска получается, да? Да. А ему что, надо определять, чья маска? Нет, это маска просто. И все, больше ничего нет там? Все. Стой. Маска, конечно, жесть. Да? Почему это я делала?
Сама? Да. Это лягуха, которая? Это маска. Фильм «Маска» и там маска. Сейчас будет раунтик. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, короче, кто понял, тот понял. Это романтические задачи. Предупреждаю сразу, прям сейчас без шуток. Очень осторожно суем руки. Очень осторожно. Я осторожно, чтобы кого-то не убить? Или не чтобы... важно, потом узнаете. Ну правда. Да не хоть один. Правда, осторожно. Но там внизу? Типа травмироваться можно, да? Да. Осторожно. Очень кто? Осторожно. Мне? Блядь. Так. Это рука? Бери руку. Это не, у меня вообще в другой стороне. Так, у меня какая-то тарелка. Осторожно, правда. Мне? Да, на данном тебе. А я тоже откручу? Да, и ты тоже осторожно. А что это такое? Это как будто кокос. А он тоже самый крутит или нет? Да, у вас одинаково. Осторожно. Бля, ну ты гонишь или что? Нет. Почему осторожно? Ай, блин! Чего? Чего? Это чего? Горячо, пизда. Горячо? Это свечка? Да. И она горит? Пизда. Да. А смотреть можно теперь? А, нихера. Я вот так вот, короче, понял. Он держит просто над свечкой долго. Ой, подсвечники чисто такие. Да. А как ты так быстро? А, ну, хотя... Ну, день! Как быстро? Странно, да. Как же я так быстро? Бедный ты мой брат. Бедный брат. Сейчас выйти, да. Видишь? Погоди. Она шевелится. Нет, пакеты. Нет. Это пакет. Пакет? Че, на счет три засовываем, но только аккуратно. Там что-то шевелило. Это рука сейчас? Что родит? Это моя рука. Блин, там натуре сейчас. Что-то мохнатое как будто! Да погоди! Суй ты! Натуре? Она с правой стороны, если что. Аааа! Твоя рука, иди нахер! Тихо! Блядь! Это ты? Да. Да это не я. Я хочу точно. Она с правой стороны. Да, я с твоей безопасней. Суй, давай. Давай, давай. Меня не, я свою сторону. Давай, проверю, а ты свою. Ага, я твою уже проверил. Реально, ты справа? Да, с правой стороны. Оно ретировалось. Чего? В смысле, он? Там реально кто... Там ты, живая залупа слышал, какая-то. Да? Там какая-то живая хуебесия. Живая? Живая. Серьезно? Чего? Да, пушистая. Ну, слушай, газея, если она пушистая, нам... Она же пушистая, не кусается или нет? Вообще, в целом... Ты думаешь, да? Может быть, кто укуснет тебя? С мышиной лихорадкой? Да кто угодно, может быть, я не знаю. Но, скорее всего, она из зоомагазина. Ну, там навряд ли это... Она же вряд ли в лесу ловила. Не, погоди, давай сейчас вот так вот рассудим. Какашка как будто... Она уже насрала или что? Я что-то вляпался там. Нет? Блин, ну по ощущениям как будто да. Ай, блин, ну почему она... Че? Она подается. Бля, я боюсь. Мне тоже страшно. Нет, это такое... Да, давай, ты теперь. Нет, давай ты, оставайся там. Кто какое место занял, тот там и стоит. Ну, здесь не конец, конечно. Слушай, ну я гриву чувствую. Где твоя рука опять? Погоди, погоди, не шатай. Слушай, я гриву... вот встань сюда и вот сверху вот так вот потрогай. То есть я чувствую позвоночник. Да я боюсь. Не. Позвоночник. Не, главное не в бок. Блядь, да, там что-то. Не в бок, смотри, вот так. Да, я чувствую гриву, да, 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 ёб твою мать. Тихо, сука, блядь, да. Дай, я тоже посмотрю. Слышь, блядь, это может котенок нахуй. Не, слушай, котенок бы так не прыгал, он бы нюхал, возможно. Ну, сосан же идет. Так, я глажу. Так я не пойму. Это хомяк. Блять, он большой, ты ебанулся, хомяк, нахуй! Это хомяк. Не, реально, хомяк, да? Я угадал? Морской свинки сейчас другая. Кролик, может, маленький.
Ну нет, куда ты давно в день кто-то. Ай, блядь! Че? Ты дальше просунь руку. Вот типа погрили, и там какая-то фигня. Ну то есть. А можно волос выдернуть? Нет, нельзя, ты че? Вот ты дальше, вот погриви, я на что-то наткнулся. Да, блядь, мне страшно. Ты дальше. А ты что стоишь? Просто! Да он. Понял? Ну это вот прям живое что-то. Ну не, однозначно живое. Оно мне не куснет? Не, все возможно. В смысле, блядь? Идите нахер, я боюсь, блядь. Вот у меня пальцы прилипают, как будто к шерсти уже к этой. Там надо. Да, может это вообще просто пум-пом какой-нибудь пустить? Ой. Че? Лижет руку? А че? Это кролик. А я же сказал кролик. А, да? Да. А, нам надо вместе было, да, сказать? Да, я просто хотел помочь тебе. Это а, я угадал, что ли? Да, ты угадал. Ой, хороший какой. Холодный. А ты вот говорил свернуть назад потом? Да. Ты какой хороший у нас. Привет. А, да, слушай, да. А ты в какашку, походу, реально вляпался. Ну да, я и сказал. Вон еще, какашка размазанная. Он, наверное, в какашку пересрался, ваш коров. Как девчонки, орете. Ну слушай, ну реально страшно. Конечно, я и говорю, хуй нахер, хомяк, чё рофлишь. Ой, красивый какой. Пошло, да? Да. Друзья, вот получился такой выпуск, мне кажется, забавный. Ты в некоторые моменты, ну, были предсказуемы, когда ты хватаешь что-то там, допустим, твердое. Ну, уже не так страшно. На следующий раз, наверное, более что-то такое непонятное. Скажите, как вам этот формат? Я напомню то, что мне еще в свое время Клик-Клак, я когда смотрел, мне очень понравилось. Мы хотим сделать более что-то масштабное. Напишите в комментариях ваши идеи, что можно туда положить. Но мы, наверное, читать не будем, прочитает Вика, либо попросим какого-нибудь организатора, чтобы мы совершенно не знали, потому что мы также заинтересованы. Ну, согласитесь, это же искренние эмоции всегда. Ну да, особенно первые разы, вообще самые первые разы, когда мы только начинали, то есть было что-то новое, особенно там такое, и я вообще не понимал, я думал, там прям жесть будет. Я думаю, надо в следующий раз еще жестче, чтобы прям наверняка, чтобы уже не было таких моментов, что там статуэтки прям вот стоп, вот прям разъеб. Ребят, не ты знаешь, ты суешь руку, и ты думаешь, типа, я засуну руку в лизуна, а потом этот лизун берет и облизывает тебя. И оказывается, ты руку в рот кому-то сунул. Напишите свои варианты, ну, в целом реально, потому что мы живем не около океана, допустим. Что можно найти в Пензе, но прям чтобы было достаточно жестко, нас не жалейте, жду ваших комментариев. Вот также напоминаю, у меня пределах разумного, типа кусок говна не предлагайте, потому что в говном мы не станем. Ну ты-то знать не будешь. Ну Алик собирать все будет. А хотя свое-то ячо, да? Да. Шановская. Напоминаю также про свой телеграм-канал, если что, залетайте, ссылочка вот здесь. Спасибо за просмотр, спасибо за лайк, всем пока. Да, заебись. Давай.